МСМ. Фестиваль – это встреча добрых друзей, это музыка моего города. В городе Иркутске 15 часов. Именно в этот счастливый час начинается знакомство с группами. Главными, клевыми, классными, яркими музыкальными коллективами, которые будут выступать 14 мая на фестивале «Музыка моего города». Приземлились. Вот, собственно, мы репетируем подачи групп из сцены. С малышом Гарри мы будем раздавать подарки, объявлять группы и будем объявлять вот этот дуэт, как выяснилось. Как Давай, репетируем. Я знаю, что ребята будут играть в акустике в этот раз у нас, да? Нет. Здравствуйте всем. Привет. На самом деле. Вот этот голос знаком многим, потому что в прошлом году группа Yeti Flow был, ну, можно сказать, неофициальное открытие было фестиваля, да, и два раза на бис вызывали. Да. Поэтому, это Иван такие... Карпов. Тот автор, привет, друзья. Автор песни про Нальчик, пальчики и так далее. Которая группа «Меланж», которая у нас уже была в гостях, исполняет. Которая нас уже тогда, эта композиция как-то так вот это взбудоражила. И сегодня Иван пришел с Константином Журавлевым, собственно, более известным как Кот. Да. Замечательный гитарист. То есть мы с ним совсем недавно начали работать вместе. Вот. Первое, что, наверное, будет такое, ну, массовое наше выступление, это на Харатс батлах, на битве дуэтов, вот, 11 числа. В прошлом году, в общем, удивил Ваня, да? Что в этом году, чем будете удивлять, что будете делать на фестивале? Я думаю, чем-нибудь новеньким, тем, что было написано недавно, так что... Ну, за год, я так понимаю, что все равно... Вот именно фестиваль музыки моего города, он достаточно хорошим стартапом для тебя конкретно был, как для музыканта. Был ли и это импульсом творческим для написания таких новых композиций? Ну, на самом деле, творческие импульсы, они немного, ну, по крайней мере, у меня они другие. Но по поводу стартапа, да, это замечательное мероприятие. Чтобы на нем прозвучать, я думаю, стоит потратить много усилий, много времени на это. Если бы тебе сказали, вот у тебя задача на визитку в одно слово определить жанр группы Yeti, Yeti, может, и Кот, что бы ты написал там? Soul. Все. Soul. Ну что, да, раздастся soul и на гитаре, и в качестве музыкального произведения. Друзья, группа Yeti Flow у нас. Группа Yeti и Кот. Иван Карпов и Константин Журавлев простят тебя. Ну а вы, друзья, слушайте и встречайте 14 мая на фестивале «Музыка моего города». И давайте назовем композицию, как она будет называться, как бы, что будет звучать сейчас у нас на радио. Сейчас у вас нет новостей. У нас есть новости. 14 мая фестиваль «Музыка моего города». Группа Yeti Flow. Нет новостей. Басы заглушают, несмотря на вражду полушарий. Очки на тень, Марсель на тень. Чтобы убежать от серых путней, ты веди меня, мой верный спутник. Игривая мечта моя. Но нет новостей, время в постель. Но нет новостей, время в постель. Тебе подарить, переложить на эпитеты, мысленно, численность не завышая, несмотря на вражду полушарий, письменно будь со мной. Но нет новостей, время в постель. Но нет новостей, время в постель.
Спасибо, друзья. Друзья, сегодня день радио, и была такая легендарная история, когда на одной британской радиостанции в 60-х диджей сказал в том, что, ребят, ну, сегодня абсолютно нет новостей. Нет новостей. И весь день в эфире играла фортепианная музыка. Я думаю, что в наше время играла бы группа «Йети и Кот». Спасибо, друзья. Спасибо. Группа «Йети и Кот» на фестивале «Музыка моего города» 14 мая с 15 до 20.00, друзья, во 6 часов. Классной, разной, разнохарактерной, я даже сказал, музыки наших родных творческих иркутских ребят. Ребята сейчас попьют нашу иркутскую минералочку, поедят нашу иркутскую пиццу в честь Дня радио и еще исполнят одну композицию в живом эфире. Ну, а у нас пока была песня «Нет новостей», но у нас есть реклама. MCM. На все случаи жизни.